Одинцовский округ продолжает поддерживать участников спецоперации и жителей освобожденных территорий. Накануне состоялась очередная сортировка и отправка гуманитарного груза. В этот раз собрали более 15 тонн от товаров первой необходимости до расходных автомобильных запчастей. Посылочки ребятам, которые находятся сейчас в Херсоне, и в Запорожье, и в Донецке, и в Мариуполе. Продукты питания, вещи, маскировочные сети. В этот раз мы и шины на колеса везем ребятам. Свой посильный вклад в общее дело вносят неравнодушные жители, общественники, представители администрации и предприниматели округа. Активное участие принимают пенсионеры и ученики школ. Некоторые даже солят капусту и передают. Да, поэтому детки шьют балаклавы из Староградковской школы. У нас на постоянной основе дети принимают участие и привозят нам. И сейчас они уже шьют нательное белье флисовое. Фуры «Доброе дело» из Подмосковья в зону СВО отвозят гуманитарный груз еженедельно. За весь период акции, которую придумали школьники при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева, волонтеры собрали и передали на Донбасс уже более 1700 тонн помощи. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».